Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем «Мальчики и девочки». Спасибо, дублер. Сегодня мы поиграем в настольную игру «Пока я сплю». Со мной сегодня опять много людей. Хрюшка, Степашка. Это все откуда-то, не знаю. Пришли. Не шутка, Филя. Шутники, мать. Из цирка, короче, набрал. Да? Играем в «Пока я сплю». Очень веселая, смешная игра. Пати-гейм. Денис вам расскажет, как в ней играть. Так. И нам. В общем, давайте расскажем вообще. По очереди каждый из нас будет становиться спящим. Это человек, который засыпает и видит сны. Все остальные игроки получат свои роли. Ролей три. Это добрый дух. Он будет способствовать тому, чтобы спящий угадал те карты снов, которые мы будем рассказывать. Я, пожалуй, посплю. Злой дух. Да, вот Сергей уже засыпает. Злой дух, он будет путать, наоборот. Ему важно, чтобы спящий не угадал. Дальше. И есть еще пересмешники. Пересмешник – это такой дух, который следит за балансом. Вот. В чем его особенность, расскажу позже. Он будет следить за тем, чтобы спящий угадал, ну, ему выгодно, чтобы спящий равномерно угадал и хорош, ну, и угадал, и не угадал. Ну, это сложно. Да, я сейчас, когда буду подсчет очков, поймете. Да. Тихо, тихо. Я только тихо. Сергей спит, поэтому я перехожу на шепот. Так, ваш Сергей немножко ебабошка. Итак, собственно, как это будет выглядеть? Нас 8 человек, здесь 8 карт. Раздаются 8 карт, одна роль убирается. То есть одна роль всегда будет неизвестна. Mm. Да, среди ролей есть один пересмешник. Два, должно быть три. Где еще один? Я не брал. Ладно, должно быть три злых духа. Давай еще одного отсюда возьмем. Один пересмешник. Раз, два, три злых духа. И четыре добрых духа. У нас вот так. То есть в момент может быть два или тогда. Как происходит игра? Спящие закрывают глаза. И остальные игроки по очереди, в зависимости от... вот здесь будет открыта карта. Карты здесь, кстати, двусторонние, то есть это реиграбельность добавляется, еще не с этой стороны. То есть одна сторона у нас закрыта, мы ее нет. Когда он заснет, мы это уберем и начнем уже со следующей карты, ну, чтобы не спойлерить. Вот, например, сейчас рыбак. Если ты добрый дух, ты должна сказать ассоциацию с вот этим, но не однокоренное слово. Рыба там нельзя, там, например, удочка. Если ты злой дух, ты должен, наоборот, в сторону уводить. Тебе выгодно, чтобы он не угадал. То есть, например, там, я не знаю, там, что хочешь, сахар. Кирпич. Кирпич и так далее. И так далее. Если игрок думает больше 5 секунд над подсказкой, его вход автоматически переходит к следующему. Игрок, если он понимает, что он не может подобрать ассоциацию, он может сказать пас и говорит следующий игрок. Вот. Так, Сергей слушает это все. Вы по очереди называете. Он не знает, кто из вас запутывает его, кто из вас его распутывает. Да. Он пытается угадать слово. Как только он догадывается, что за слово, он называет это вслух. Вот. Отгадать он может только один раз. Мы. Он, например, говорит, рыбак. Мы, не говоря ему, угадал он или нет, он не знает об этом, перекладываем эту карту. Либо вот сюда, если он угадал. Если он не угадал, кладем вот сюда. И начинаем дальше по следующей карте. Пока идут часы. Смотрю, у меня же потом все равно загадывает тоже. Следующую карту. Мы отложили молча, начинаем следующую карту и так далее. После того, как закончатся часы, Сергей, не снимая, ну, спящий, не снимая повязки, должен рассказать сон. То есть ты должен в своем, например, там, я видел рыбака, который шел под зонтиком, и там ты должен упомянуть те карты, которые ты считаешь, что ты угадал. То есть тебе нужно запоминать, да, какие карты ты говорил. Жестко. И, вот, например, здесь лежит, ну, потом помешаем, вот так. Он угадал зонтик рыцаря, а рыбака он не угадал. Он говорит, там, рыбака это, он говорит, я видел рыцаря, мы поворачиваем эту карту, не говоря ему, и так далее. И потом, он говорит, ну, вроде все. Вот, а про зонтик он забыл. После этого он просыпается, игрок спящий получает по одному победному очку. Вот. Спящий получает по одному победному очку за каждую карту снов на желтой стороне игрового поля.
Также он получает дополнительные 2 очка, если смог упомянуть все эти карты. То есть, если он все эти карты запомнил, то еще плюс 2 получит. А так... Нет, просто плюс 2. То есть, например, если он вот так и это рассказал в своем сне, он получит 1, 2 и плюс 2, 4. Да. А подсказывать можно только а один. А если упомянул и тот, то ничего страшного. Не ничего страшного. А, ну просто. Желательно запоминать просто все карты, ну, да, и все и про их потом рассказывать. И да. Про все рассказывать. Все. Да. Понятно. Подсказывать можно только одним словом. Одним да. Словом, да. А за неугаданные он получает плохие очки. Ничего не получает. Нет. Не теперь по, теперь спас, смотрим. Это духи получают. Теперь каждый дух открывает свою роль. Злые духи получают по одному очку за каждую карту, которую не отгадал. Добрые духи получают по одному очку, соответственно, за каждую, которую он отгадал. А перевертыш? Перевертыш. Перевертыш, все, тут все сложнее. Он, если в обоих стопках одинаковое количество карт, угу. Вот так, угу. Он получит по одному очку за каждую карту на одной стороне, ну, то есть 2, угу. 2, и плюс... 2 дополнительно. То есть он соблел баланс. Ничего себе. То есть ему нужно, чтобы... То есть он видит, что он больше не отгадывает. Начинает подсказывать. Видит, что он слишком много отсказывает. Начинает запутывать. Начинает запутывать. Это круто. Вот. Когда он соблел баланс, 2. Если он баланс не соблел, например, вот так. Если разница в одну карту, он получает количество очков там, где больше. Ага. Если разница в 2 карты, он получает там, где меньше. То есть в данном случае 0. А есть вариант, где он получает по щам? Есть. Есть. После игры. Когда ты проснешься, да, ты узнаешь. В принципе, все понятно. Как только каждый из нас побыл спящим, игра заканчивается, считаем победные очки. Да, всё. Классно, поехали. Сейчас, подожди, а злой дух уводит, как бы, да? Да. Я говорю, там, не удочка, условно, да, а лес, допустим. Да, или кирпич, там, я не знаю, что хочешь, там. Мазохизм. Метрополитен. Метрополитен, все что угодно. Косину. А, еще, извини. Сейчас я просто пока закончу. Если вдруг игрок называет неправильную подсказку, например, однокоренное слово, то есть рыбак, он назвал рыба, мы молча откладываем он берет эту карту себе в качестве штрафного очка. Это будет штрафное очко ему. Спящему мы говорим, что карта заменена. И все. И поехали дальше. Хорошо. Все, погнали. Что мешает? Что нельзя говорить? Только однокоренные слова, да? Да. Ну логично. Чё? Ну логично, да, однокоренные, ну, да. Смотри, в качестве подсказок нельзя использовать однокоренные слова. Например, нельзя дать подсказку принц для слова принцесса. Ну понятно. Созвучные слова. Например, дать замок, замок. Дать подсказку ворона для слова корона. А, ворона. Созвучные нельзя. Созвучные. Там ворона, корона. Там... Рифмы нельзя. Да. Не рифмуй. Ну не совсем рифмы там, ну вот прям вот совсем. Патефон, граммофон. И переводы слова, обозначающие элемент на иностранные языки. Например, подсказка child для слова ребенок. Будет неправильно. На слово только одно. А если малой? Да. А если малой? Ну, малой. Малой можно. Можно. Хорошо, малой — это отличная подсказка для ребенка. Все. Да. Но если слово бухой, то нельзя. Нет, если загадан малой, тогда бухой нельзя. Да, потому что созвучно. Вообще, на самом деле, по поводу созвучного я бы убрал это правило. Это очень странно, да, потому что попробуй догадайся, да. Как это следить? Найди рифму. Муза, ну, хренуза, кот, хренат. Не, ну вот прям хренот, может быть, надо. Я думаю, выдуманные слова тоже нельзя. Медуза. Мы вот так. Молодец, Славик. Давай. Так держи. Да, семейная игра. Ты монтируешь. Ты монтируешь. Ну что, Сергей, ты готов? А он уже видел. Да, я готов. А мы эту карту можете перевернуть, перемешать. Эту карту мы сейчас уберем и начнем со следующей. Все, я готов. Подожди, надо... Подожди, у нас духи сейчас... Баю-баю. У нас эти духи сейчас определяются. Не ложись на краю. Мы можете прямо открыть, и мы друг друга видим. Да, да? Да, да. А мы же потом будем знать. И что? А тебе это никак не поменяет. А тебе это как повлияет? Не, а потом, когда поменяется... Потом заново все духи будут. Каждый раз все разные. Ты же будешь спать потом, когда... Ну что? Только нежно шепчите мне на ухо. Хорошо. Итак, выключаем балаган. Четко по очереди. Свет тоже выключите, пожалуйста. Поехали. Театр. Актер. Дальше. Ты. Коля. Следующий. Да что ты делаешь? Что ты тупишь?
Следующий, Ира. Ира, ты. Ассоциация. Ассоциация, надо говорить. Люстра. Потолок. Птица. Ворон. Ты можешь всех послушать. А, в смысле, не каждый раз? Не надо сразу. Давай заново. Оставляем эти роли. Можешь вообще всех послушать, потом сказать. Только не тупите, господа. Я думал, после каждого. Актер сразу угадал. Смотри. Одно слово сказал сосед, говори ты. То есть я тоже не вижу слово вот это. Ты видишь всех? Что ты гонишь? Там другое слово. Это просто для другого игрока. Доброе утро, Коля. Там другое слово. Это же картинка. Смотри. Как только он называет слово, мы карту читает, меняем. Все, а то я понял, и, и начинаешь уже на следующее слово называть подсказки. Да, пока замешаю. Сказала слово, ты не ждешь, говоришь свое, говоришь свое, говоришь свое. Да, да, 5 секунд. 5 секунд прошло, все. Не надо. А я могу сразу отгадывать? Можешь. Я слушаю. Ну тебе же надо отгадывать правильно, если ты можешь в любой момент, когда будешь уверен. Ничего не говорите. Да, вот, все, не, молча. Вот, просто это молча отложили. Угадал, не угадал, неважно. Вот одна попытка. А вот это я за ГГК. Все, давай. Да, вот не надо этого делать. Давай. Готовы? Да. Да. С тебя начинаем. Давай. Давай. Поехали. Иголки. Туман. Яблоко. Дерево. Кирпич. Нож. Дальше подсказывай. Да. Лошадка. Он же молчит. Ёжик. Меч. Доспех. Харакири. Китай. Корея. Бабушка. Солнце. Самурай. А чё вы ржёте, блин? По кайфу езжу. Давай. Море. Зубы. Опасность. Медуза. Горгона. Кит. Плавник. Акула. Туман. Дракон. Золотая. Может, не обязательно на мне остановиться. Хоббит! А, может, несколько кругов послушать. Гора. Тарелка. Монета. Луна. Бриллиант. Сундук. Любовь. Трава. Вермишель. Инки. Крокодил. Пас. Коля. Ручка. Школа. Учитель. Ну ладно, дерево. Крестик. Открывается. Луна. Карандаш. Рюкзак. Ир. Выпивка. Письмо. Остров. Варгеймы. Сесть. Пробка. Сокровище. Миллион. Небо. Крюк. Кораблик. Пираты. Время. Время. Ну-ка расскажи-ка, что ты видел в своем сне? Я видел акулу, которая гналась за пиратским кораблем. Там школьник был какой-то с рюкзаком, убегал. Так, что там еще же? Что-то вначале же еще было. Блин, я совсем забыл, что надо это запоминать. Да, да. Сложно. Сейчас, подожди. Это из прошлой партии уже лезет. Из прошлого сна. Сейчас, подожди. Ну все, я не вспомнил, ладно. Оторвай тому. Про варгейм и как не угадал. Ладно. Я хоть и сказал духом быть. Но он не мог не удержаться. После варгейма в Тослав. Фил, по-моему, это самое, пересмешник, нет? Это другая. Я пересмешник. Но я, да, менял типа то за, то против, чтобы ты не понял. Ты должен всегда говорить херню или... Нет. Нет. Нет, ты можешь говорить что угодно, тебе нужно результат. Ты можешь шифроваться, то есть, чтобы он тебе больше доверия твоему голосу. Да, потому что все говорят вершель. Все хорошо. Самурай. Если ты на каждую... Подожди. Ты, если ты на каждую ассоциацию говоришь кирпич, то явно ты знаешь. Ну да. Итак, поехали. Начнем с тебя. Ты угадал три штуки. Все во сне не упомянул, поэтому тебе всего лишь три. Ну три, ну нормально. Дальше, пересмешник. Она соблюла баланс, поэтому 3 плюс 2, 5. Круто. Воу.
Добрый дух, у тебя три. То у всех по три. Да. У всех по три. Да. Но видите, как я хорошо взял. Дальше, да. Добрый дух, три. Злые все по три взяли, добрые три. Класс. Сдали карты. Прям баланс. Все замечательно. Теперь это убирают, теперь ты будешь засыпать. Когда-то четыре народа жили в мире. Сейчас я не перестану войну. А потом случилась бутылка. Просто знаете, в чем сложно? Все, ехали. Стараешься все время понять, кто есть кто. Кого слушать, а кого в принципе не надо. Вот поэтому я часто менял позиции на доброго, чтобы меня всегда слушали. Я тоже. А Слава говорит, надо себя говорить черню. Но спрашивают. Нет, конечно. Потому что понятно, кого не слушать, кого слушать. Ну, открывай. Открытую, да. Да, мы можем делать вот так. Держи. Так, подожди. Помяни. Естественно. Коля, ты начинаешь. Поехали. Колеса. Машина. Не надо. Послушай всех. Давай. Ира. Давай. Озеро. Удочка. Дом. Панамка. Лодка. Рыбак. Я тоже что-нибудь можно скажу? Нет. Давайте, давайте, давайте. Дальше, дальше, дальше. Давай, поехали, давай, поехали. Кто? Просто воля. Твердое. Холодное. Дрова. Уют. Огонь. Денис. Пингвин. Кочерга. Лед. Давай. Коля. Самолет. Дорога. Вышка. Дальняя дорога. Билет. Одно слово. А дальнее, дальнее. Билет. Шампанское. Диспетчер. Самолет. Яблоко. Да. Тарелка. Фрукт. Дерево. Листья. Помидор. Компот. Лампочка. Сахар. Тетя. Дядя. Варенье. Пробка. Сад. Дальше? Дальше? Да. Конь. Перо. Рыцарь. Питер. Кавалерия. Гнездо. Всадник. Сережа. Сережа. Погнал. Следующий. Отбросы. Да. Мент. Бардак. Дальше. Переработка. Помойка. Статуя. Отходы. Мусор. Время. Давай. Что ты видела во сне? Что ты видела во сне? В своем сне я видела лед, который тек на всадник. И всадник смотрел на мусор, который был во фруктах. Все? Да. Блин. Эх, рыбака, а рыбака, 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 рыбака. Слушайте, ничего себе, я угадал вообще. Три. Я справился. Блин. Да, злые духи потом круче были. Да. Но злые тебя по четыре берем. О, по почему по четыре? Потому что четыре. Ты не справился. Да, тебе там, где больше, тебе тоже четыре. Да. Потому что всего на один раз. Значит, один отдаю, беру пять. Да, все, без проблем. Добрые три, да? Три. Сдали. 5. А ты сколько взяла? А ты взяла уже? Да, 5. Так, я тогда тоже так 5 сдаю. 5 сдаю. Сложно, очень сложно. Да, сложно. Вот догадаться, что же из этого нормальная тема, да? Угу. Все сдали? Как не ты тетю грушу не угадала? Ну, после лампочки. Тетя, дядя. Лампочка, фрукты, варенье, блин. Варенье. Компот. Компот. Там все было. Там все было. Ну, поэтому да. Тут еще тоже надо сбивать так, чтобы уводить в сторону, не но не отбитая, а не просто кирпич. Ну да, тут так и фрукты, там дерево. Да, вот кирпич. Ну понятно, кирпич нахер. Да, да, да. Там сложно. Поэтому я пытался там помидор. Надо типа, да, помидор, там огурец, типа овощи перечислять. Так. А зачем ты раздаешь? А что, не надо? Я просто не видел, что Коля закрыл уже глаза. Давай. Никуда. Это убирать? Наверное. Что-то странно какой-то. А он спалился. Скорее всего, Ира. Да, Ира, давай. Ира хотел мою карту. Поехали. Острое. Крем. Мужское. Иголка. Утром. Рука. Щетина.
Лицо. Бритва. Вов. Сухопутное. Пиво. Соль. Сушеный. Дно. Осьминог. Кальмар. Твоя, да. Воздух. Ир. Помидор. Гелий. Стоп, замена карты. Дальше. А, да, Вова. Да. Температура. В смысле? Да, там. В прямом. Славик. А, я... Уехали, не тратьте время. Болезнь. Градусник. Фил. Карлсон. Тепло. Основа. Вязаный. Шерстяной. Носок. Костыль. Хромой. Нога. Дедушка. Шея. Палка. Презентабельно. Трость. Вов. Тишина. Попов. Дельфин. Волны. Машина. 103 FM, можно? Одно слово. 103. Все. Музыка. Пас. Ну, радио. Слишком явно. Так, давай. Воздушная. Нога. Птица. Клюв. Гусиная. Простор. Перо. Рука. Всевластие. Нога. Перчатка. Да, ты угадал. Тихо. Все, время. Давай-ка расскажи, что там видел во сне? Значит, в своем сне я видел бритву... Там много всего было. Бритву, которая выступала на радио. Там был трость и носок. Это все наркотики. Это все наркотики, именно так. Это был не сон. В общем, виноваты наркотики. Сейчас еще попытаюсь. Что там было? Ты очень много слов называл, поэтому. Да, бритва, радио. Там что там? Ты в виде рассказа. Не просто там бритва, радио. Ну там. Тогда я уже сбился. Да. Тогда все. Ну, красавчик. Шесть отгадал. Ух, это я. Да, хорошо отгадал. Нормально. Коля, так, злые два. Единое. Я что же говорю? Это остается у тебя. А добрые, типа, сколько? Добрые шесть, злые по два. Пересмешник два. Которого сбросил. Это сброс. Это сброс. Да, пересмешника убрали. Потому что Фил спалился, что. Потому что Славик его хотел забрать. За Славика все. Я пересмешника рал. Ну, в смысле, себе забрать, только я пересмешник. Все? Давай уберем вот это. Вот он тебе мешает. Пересмешник мешает. Блин, прикольно, мне понравилось быть спящим. Классно. Спящим мозгом. А я вот жду. Я же знаю. А сколько? Один круг, да? И все. Да, каждый спящий и заканчивай. Потому что много нас. Ну, я хочу. Возьми себе. Выбирай. Крочил-верчил. Я первый, да? Готово? Да. Раз, два, три. Да. Эльбрус. Одинока. Камень. Дэн. Платье. Рубашка. Застегивать. Нить. Одежда. Утром. Бить. Час. Выключать. Заводить. Сон. Ненависть. Будильник. На трубе. Труба. Угу. Медная. Конфеты. Оркестр. Духовой. Громко. Дудеть. Странный. Забавный. Дальше. Следующий. Фил, твоя. Ящерица. Шнурок. Кусает. Ползает. Змея. Кто там? Желтый. Ребристый. Овощ. Дерево.
Дальше. Экзотический. Да, если вы видите... Банан. Если вы видите, кто тупит, угу. Дальше. Сон. Одеяло. Комната. Ужас. Кофта. Кровать. Ребенок. Каша. Молочко. Резиновая. Овсянка. Резиновая овсянка — это плохо. Давай, Вов. Не комментируй вообще никак. Не летает. Одно слово. Не летающий. Не летающий. Вообще как бы должен. Не-не-не-не-не. Ладно, хорошо. Дальше. Животное. Яйцо. Большое. Бегает. Птица. Быстро. Страус. Да, выкинет. Ну, ну время уже. Летит. Летит. Да время. А, время, все, время, все, время. Все, все, все. Ну, следите за тем, кто на ком остановил, mm-hmm. чтобы не тратить чужое время. Да, да, mm-hmm. да, да, да. Да. Давай расскажи-ка нам свой сон. Свой так. Шикарный сон. Где же ты там с кем встретилась? Интересный. В кровати с страусом. В кровати со страусом, так. Которая стояла на горе. Так. Рядом стоял дом с трубой. Так. А что еще угадала? Дом с трубой. И что же дальше происходило? Я чувствую, ничего не знаю. Сейчас, секундочку. Так, я мимо пробегала ящерица. Так. Хвостиком махнула. С одеялом. Сейчас за собой одеяло. Так. Все, не помню. Идиллическая картина. Отличный сон. 50 на 50. Половина моих снов. Единичку дашь дальше? 4 ты всего отгадала. К сожалению, 2 только назвала. Единичку сдачу. 5 злым духом. А, 4 долга. Соска? Да, да, каша, молоко, ребенок, это да. Резиновая. Это подождите, смотрите. Следующее слово. Это уберется. Это у нее так и лежит. Почему сменили карту? Она сказала воздух. Это однокоренное слово, нельзя. Она не помидор разве сказала? Она сказала воздух. Сколько пересмешников спрашивают? Смотрите, как смотрим. Здесь 4 карты, здесь 1, 2, 3, 4, 5. Разница на одну, значит, она получает там, где больше. Большая голова или она очень тугая? Нормально. Маленькая. Это просто ты этот... Большая. Голова член. Тыквоголовый. Тыквоголовый. Нравится гидроцефал, ну ладно. Извините, пожалуйста. Что я себе, да, себе. Лишний раз подтвердил свой статус своими умностями. Буду как Серёжа. Ну что, все готовы? Да, капитан. Что, с меня, наверное? Да, с тебя. Фрукт. Овощ. Лоза. Горох. Сережа. Корова. Бык. Черт. Дальше слайд. Косной. Копыта. Тут, да. Корова. Выпьем. Молоко. Лиза. Земля. Зубы. Цветок. Грызет. Злодей. Плотина. Хвост. Бобер. Веселый. Птичка. Жесткий. Хрупкая. Шалтай. Яйцо. Стоматолог. Паста. Монстр. Щетка. Ужас. О, мне больно. Осколок. Лечить. Кариес. Чернота. Дупло? Дальше. Зеленая. Счастливая. Болото. Каркает. Ворона. Путешественница. Ну, вообще лягушка. Серега. Сентябрь. Октябрь. Календарь.
Давай, давай, давай. Колян. Вепрь. Злой. Свинья. Зубр. Шаман. Дикий. Бегает. Айронжавсы. Легкий. Орк. Дальше. Слай. Австралия. Что? Европа. Меня пропустили почему? А, извините. На хвосте. Сумка. Время. Все. Ну пусть версию скажет. Давай версия. Кенгуру. Теперь сон свой расскажи. Хорошо. Сначала я заснул, и были оранжевые шары с зелеными треугольниками вокруг меня, когда из огромной календарной реки я на лодке, и она медленно перетекает в молочные реки. Мимо меня проплывали огромные гороховые поля. Слушай, круто рассказывай. Сон офигенно. Рядом бежали дикие орки с качаной кенгуру. Я все. Посмотри, ты отгадал три. Не вспомнил только кенгуру. Как можно было кабан не отгадать? Это не арки, а кабан. Я кайфанул, когда Серега на школу говорит сентябрь, Лиза октябрь. Это такой календарь вместо школы. Я такой, брат. Да, это было огненно. Это прям тема. Добрые два, три, четыре, пять, шесть. Добрые три. Злые шесть. Смотри, сейчас. А где меньше? Так как разница больше, чем два, там, где меньше. Ты получаешь тоже три. Я взял пять. Не, ну, конечно, не откажусь от еще. Славик, готов? Это тебе? А, я? Ты тебе. Пятерочки закончили? Ой-ой-ой, я следующий. Десятки. Посмотрим. Так волнительно. Можно поменять на десятку вообще. Давай, да. Я следующий 20 положил. Пять, десяточку. Я себе 30 просто так положил. Я сразу лот поменяю. Я тоже боюсь быть. Ну да, узковато немножко, узковато. Да я тоже, да. Там вон, Славик, смотри, у него уже очко. 21. 21. Очко. О, сейчас со Славиком. Кто еще скажет? Со Славиком. Так, семь злых духов. Руки из-под стола, не трогайте Славика. Сейчас он квас выпьет. Славик снотворного выпьет. Видение, чтоб лучше было. Давай. Видно хоть. Там это, Морфею привет передавай. Поехали. Раз. Подожди. А, мы не знаем, сколько роли. Да ладно, так давай. Так все равно у нас ничего не получается. Не на победу. Давай, Славик. Раз, два, три. Сказка. Принц. Мифический. Китайский. Пушистый. Хоббит. Кислота. Пещера. Электричество. Огнедышащий. Дракон. Лиза. Ква-ква. Лягушка. Поспешил, да. Ты видишь там что-то? Нет. Серебряная. Еда. Выпуклая. Тарелка. Прибор. Посуда. Маленькая. Большое. Фарфоровая. Гравированная. Собачья. Упряжка. Овощ. Бахча. Арбуз. Рок. Замена как? Замена. Дальше. Красный. Зелененький. Плюющийся. С пупырышками. Кузнечик. Рассол. Соленый. Сквик. Огурец. Давай. Пшено. Так. Растет. С маслом. Без масла. Выпечка. Хлеб. Вот я тупил. Дальше. Пятна. Корея. Медведь. Барсук. Белый. Черный. Бамбук. Панда. Дерево. Не все знают. Синие. Листочки. Отвалилось. Засохшая. Ветка. Покемон. Терминатор. Кузнечик. Деревянный. Трансформер. Джус. Автоматизированный. Тойота. Урфин джус. Вертер. Молочный. Горячий.
Клубничный. Правит. Данон. Как ты? Йогурт, йогурт, йогурт. Дайте. Огурец. Индейцы. Лодка. Парус. Вода. Корабль. Ну. Давай. Апельсин. Красный. Томатный. Цитрус. Сок. Женское. И мужское. Пышное. Платье. Пуговица. Да. Время. Все. Что, подожди, что давай там тебе приснилось-то? Так, платье, йогурт, дракон. А тебе в России? Не-не-не, давай красиво. Давай красиво. Сюжет. Платье я добавь. Да. Ладно. Короче, проснулся я в платье. Пленул дракона. Отбивался от него я веткой. Так. Намазанный йогуртом. Ветку мне подала лягушка, которую я не назвал. Ну ладно. Так. Ну не ты не важно, ты рассказывай. Что-то терминатор. А, мы победили дракона, отметили это все соком. Так. После чего. Нет, все, не спали. Ну, ты плохо. Три угадал. Всего ты угадал 6, из них 3 ты назвал. О, да ладно. Ты назвал панду хлеб. Блин, панду хлеб и... 6 добрым. Славик. Подождите, злые победили. А не важно. 6 добрым-то все равно. 7 нам. Добрым 6. Я не угадал, что там было хоть. Так, я... 7 нам. Грейпфрут, каноэ, йогурт, робот, дыня, миска и шар. Ну, короче, 7, а там 6, да? А, жаба. Блин, я боюсь. То есть, если берет 7, правильно? Дай 20. Круто. Да. Что? Ну, в смысле, там 6 по 7 и получается. Почему? 7. Ну, смотри, там 6. Там разница. 6 и... А, а здесь 7. 6 берет 7. Здесь бы все угадал. И злодеи тоже берут по 7. Дайте мне тоже 7. Правильно, я же 6 беру. Да. Ты 6 берешь. Если бы все назвал, ну, было понятно. Бы... Все никто еще не назвал. Да, это сложно. Это надо... Расставь там дракона, она сказала одновременное слово «рок». Да, это я. Это единорог это? Был. А что за это теперь? Я думал, что сразу... Минус одно очко будет. А, сейчас? Нет, потом. Просто я бы сразу каждый ход. А, да, да, я злой. Каждый ход. Этого не сказал бы. Ну, Фил, держись. Блин. Очкуешь? Валите Фила все, давайте. Все сейчас злых духов выбрали, короче. Такие, да, томат, о. Алфавит. А как мы там спайкали всем шпионам? Да, прикинь, все такие, кирпич, 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 кирпич. Нет. А стой, ему не надо. Да, это я тебе тоже выдал. Угадай, кем ты был. Ну что? Все готовы мы? Да. Давай, Денис, ты первый. Полосатая. Жало. Усики. Оса. Ну, дальше. Соловьев. Радио. Ведущий. Ургант. Дух. FM. Плоса. Барт. Струна. Навоз. Медиатор. Гитара. Печенье. Слабохарактерный. Сладкое. Бельгийское. Фу. Шоколад. Клетчатая. Вафля. Головной. Убор. Дальше. Кошка. Вверх. Говори. Вверх. Домик. Скала. Вентилятор. Черепица. Дом. Кровля. Млекопитающее. Древний. Юрский. Зубастый. Динозавр. Воробей. Хищный. Птица. Орел. Волосатая. Маленькая. Сыр. Мышь. А, я, да? Есть. Бежать. Трезубец. Есть уже было. Да. Драгоценная. Стальная. Серебряная. Вилка. Крутить. Пас. Цепь. Педали. Велосипед.
твердая. Постелька. Ночная. Кровать. Обувь. Усы. Козырек. Солнце. Голова. Плотно. Кепка. Белый. Все, ну, все. Да. А можешь. Короче, я видел вафлю в головном уборе, которая была проткнута вилкой. Она играла на гитаре. Ой. Снаружи там на велосипеде ездил орел. Так. Я больше не вспомнил. Ну все, тогда выворачивайся. Что это было вообще? Что я отгадал? Да круто! Я столько отгадал! 4, 5, 6, 7, 8. Не, ну я все это точно. Вот динозавры вообще забыл. Так, злодеем сколько? Бассейн я отгадал. 8. Это не бассейн, перевернул. Нет, это велосипед. Злодеем 5. А там 8? 8. Злодеем 5, пересмешник тоже 5, если что. А мне 8? Тебе 8. Тебе 8. Отгадал. Я больше всех отгадал пока. Да. Да. Ачивочка. Красавчик. Молодца. Ну все, давай. Сейчас, Денис. Ну все, сейчас тебя завалим. Это замечательно. Босса финального. Кто там рулит? Блин, игра огонь вообще. Да, давайте карты все ролей. Роляй. Роляй карты. Все сдали? Да, да. Так, матерных же слов там нет, правильно? Для тебя будут. Тебе я сейчас напишу на карточках и нарисую. Помидорки. Волосики. Вареник. Пупочки. Так, чё? Раз, два, три. Дай. Тебя начинаем. Млекопитающее. Дальше. Русалка. Добрый. Акула. Хищник. Посейдон. Дельфин. Сережа. Мебель. Садится. Пики. Деревянный. Точеные. Славик. Острый. Вепрь. А давай, Лиза. Ну, давайте, давайте, пропустили и пропустили, Лиза. Вампир. Не топырь. Клык. Игра. Кости. На деньги. А, два слова. Миниатюры. Хаос. Дальше. Карты. Было. Игры. Лошадь. Ушастая. С хвостом? О, хвост. Коричневый. Полосатая. Зебра. Зимняя. Крошка. Красная. Грибоедов. Шоколад. Продолговатая. Компот. Черешня. Кисленькая. Вишня. Ты. Морская. Набегает. Химическая. Черепашка. Цунами. Волна. Брюки. Пропускаю. Мужские. Нужна. Женские. Лавка. Узкие. Трусы. Так, давайте, давайте, давайте. Дождь. Защита. Крыша. Щит. Меч. Течет. Разворачивается. Время. Река. Мэри Поппинс. Время. Время. Дэн. Три. Так, что ты видел? В общем, сижу я как-то на стуле. И тут ко мне дельфин с вишней в зубах подплывает. Вот. И говорит такой. Говорит такой, у меня клык выпал. Вот. Ты можешь мне помочь? Вот, а я ему говорю, да я уже не помню ничего. А ты ему такое говоришь на волне и на зебре. Катись отсюда на волне и забери у зебры. Точно, волна и зебра. Так, сколько добрые получают? 6. А чего я не отгадал? А, штаны. Так, злым 3 очка. И покер. Добреньким 6. Покер не отгадал. Покер. А я понял, что про какую-то игру идет речь. Я думал, хотел сказать настольная игра. Ладно, просто играют. А зонтик это последнее было. Подсчитываемся. Десяточка.
26. А у меня сколько? Тебе 6. 6? 6? Так я молодец. 33. 38. 35. Подожди. 26. 20. 46. Ну ничего себе. Да вы себе там поднасуетили. Нет. 34. А, минус 1. 38. Минус 1, 35. Да, 45. Ну все равно победила. Блин, вот это прям огонь. Наркомания еще, да. Особенно, когда сон пытаешься. Да, вот это самое сложное. За добрых легче, за злого сложно запутать, потому что ты либо палишься, как дебил, либо подсказываешь, как вы. Да. Я вообще подсказывал за злого. Я старался и подсказывать, потом запутался, все начал все подсказывать. Не очень. Не, я за пересмешника. Один раз пересмешник, но это тоже сложно. Мне он не выпадал пересмешник. Мне за пересмешника больше всего нравится. Потому что там надо лавировать. Да, удобно. Мне спящим понравилось. Реиграбельность у нее хорошая. Мало того, что на одной стороне два, они еще двусторонние. То есть тут еще реиграбельность за счет людей. У каждого же свои ассоциации. Да, да. Плюс каждый меняет роль. Ты там еще не помнишь, какие ты отгадывал, какие ты не отгадывал. Тут просто миллион этих. Ну да, ты слово назвал, ты слышишь, что вроде переложили, но ты не знаешь, в какую стопку. Да, да. Плюс-минус слышно, кстати. На этом я, например, я не запаривался. А какая разница? Ну да, да. Ты все просто пытаешься просто вспомнить все, что называл. Ты... Если ты еще будешь напоминать. Да, ты концентрируешься на других вещах. Да, если я еще буду запоминать, что я отгадал, что нет, я тогда свой сон вообще не запомню. Ну вот эта кроватка, конечно, тут ни к чему. Почему? Не, ну она добавляет такой антураж. Тип. Это как могила сразу. Нет, это подушка. Это подушка из головы. Это подушка. Нет, это специально, чтобы слово второе закрывать. Чтобы закрывать, она не путала других. А, ну ладно. Я тебя понял, да. Я вас тоже. Это без лунной кроватки она могла дешевле, конечно, быть. И что? Ну, это круто же. Ну, это круто, это фишка. А что, крупные карты, классно нарисованы. Диксит разные. Разные каунтеры. Вот эта вот штучка, думаешь. О, эта штучка вообще пятихатку стоит, я думаю. А еще и можно вот так вот делать. Нет, не можно. Нет, часы. Это моя игра, не можно. Давай часы запустим. Победителя. Не, игра классная. Прям Party Game вот в топ 10, наверное, да? будет входить. Отлично. На сколько она игроков? Сколько до 12. До 12. Что, опять до 12? Ну вот Party. Просто создатели не могут выдавать цифру больше. Так коробка. Они не видят, коробку, что может собраться больше. Больше людей, 12 людей. Дай коробку. Пожалуйста. Да коробку уже продали на Авито. Нет, коробку. Пустую. До 10. До 10. 10. Не так помню. Ты представь, 10 человек тебя просто в уши льют. Да. Кто-нибудь затупит. Не, если больше будет игроков, будут тупить очень. Черешня, нос, оправа, грузовик, коробка. А тут и так пытаешься... Давай ходи. Давай ходи. Что это? Я понял, что Серега добрый. Он что, всегда правильно подсказывает. То есть, ну, как бы я смотрю по этому. И все, я на него ориентировался. Ага. Я так жду, короче. Ага, Серега сказал, потом опа, версию мою. То есть вот так да, вот. Да, добрые, они на то и добрые тут, конечно. Но то есть, ну, я четко прийти хотя бы двух-трех добрых, да. А на остальных просто не обращать внимания. Да, да, да. Есть такая фишка. Но есть еще прикольно. Вот этот вот пересмешник. Да, есть еще вот этот тип. Ты его думаешь, что вначале он добрый, ага. А потом он. Я так ловился пару раз. Славик ночью удирал в платье от дракона. Веткой он его хлестал, а дракон тот йогурт жрал. Мне на ухо все зудят, то компот, то яблочки. А я просто спать хочу, вы мне все до лампочки. Я летал во сне на мухе. Получил с вертухи в ухо. Календарная река, гороховые берега. Хочешь куй, хочешь пей. Вот такой вот сон, Сергей. Я поспать хотел немножко. А сказали ебабошка.